На совещании под председательством Акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева рассмотрит ход внедрения информационной системы Easy Project. Руководитель управления цифровых технологий Руслан Нокрабеков сообщил, что с помощью информационной системы Easy Project ведомство следит за исполнением пунктов дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Нур Отан. Республиканская дорожная карта включает всего 117 пунктов, из них 47 исполнены, 53 находятся на стадии исполнения. Областная дорожная карта 121 пункт, 48 из них исполнены. Отдельно взяты на контроль 23 пункта, по которым существует риск невыполнения. Спикер рассказал о том, что на базе КГУ, Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области, создан проектный офис по внедрению проектного подхода в государственном управлении. Сформирован и утвержден состав управляющего комитета и экспертного совета. На сегодняшний день в проектном офисе работают 11 человек, которые проводят совместную работу с канцелярией премьер-министра Республики Казахстан и национальным проектным офисом. В дальнейшем рассматриваются вопросы внедрения других национальных проектов в информационную систему Easy Project. Аким области подчеркнул, что необходимо своевременно обновлять информацию в информационной системе. В случае возникновения проблемных вопросов необходимо заблаговременно уведомить канцелярию премьер-министра Республики Казахстан.